ссылочку пришли в описании. Вот такие красивые вещи они сейчас продают. Многие из них со скидками в 25%. Какое замечательное платье. Красный цвет очень красивый. Красный значит красивый в старорусском языке. Помним, да? Какая юбочка замечательная. Переключаемся обратно на платье. И смотрим платьишки. Цены указаны в кронах. Крона на данный момент 8,5, 8,8. Крона тоже, друзья мои, растет. Магазин этот очень хороший. Это целая сеть. Они в каждом крупном торговом центре есть. И много можно что подобрать. И брюки можно хорошие подобрать. И много вещей у них, друзья мои, качественные. Обувью они... Я не видела, чтобы торговали они обувью. И посмотрим еще один раздел. Очень мне так нравится. Я думаю, дамам всем нравится это. Раздел нижнего белья, конкретно вот лифчики. Такие есть красивые. У них в обычных магазинах очень много всякого разного нижнего белья продается. В разную стоимость и разных моделей. Честно, я вот такие еще не покупала, вот такие модели, не знаю. Если кто-нибудь покупал, то, пожалуйста, напишите мне. Я не знаю, как, вот, как ее такую вот носить, интересно. Мне кажется, для спорта. Не знаю, у меня обычные такие вот модели покупаю. Ну, видите, для пышногрудых дам тоже есть все. У них большой размерный ряд. Начинаются с маленького размера, ну, в магазинах я видела, по интернету я никогда ничего не заказывала, а в реальности покупала я много что у них. Ну и закончим мой обзор магазина. Знаете, чем, мои друзья, я думаю, мы закончим. Вот написано нижнее белье, да, линен. Майки какие-нибудь, да, майки длинные. В общем, вы это все сами можете посмотреть. Я вам направление дала. Как называется их интернет-магазин. И дальше вы все-все можете уже посмотреть сами. Если есть какие-то вопросы, то можете мне их задавать. Вот что хочу сказать, что обычно вот на базовое белье, на майке скидок не бывает. На белое хлопковое белье. Ну вот какое-то исключение. И вот они распродают майки. Я даже удивлена. Вот, пожалуйста, 50 крон. Я удивлена. Может, это связано с Черной пятницей, я не знаю. Вот тоже как что-то про ковид они тоже что-то пишут. Интересная информация. Ну, вот нам, в принципе, не надо. А, ну вот еще, да, что у них, вот на что сниженная цена. Да, на что снижена цена для женщин, на какие модели. Друзья, желаю вам всем хорошего вечера. С вами была Александра. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне. До свидания.